Вот, ребята, браконьеры сеточки ставят, занимаются рыбкой. Правильно, что? Надо ж деток угостить, женушек. Пидорасы. Ты не порть мне видео. Хорошее зрение, а? Видите? А там еще одни, тоже такие же самые, как сказал Коля. Тащит. Что там в сеточку попалось? Где там рыбнадзор, где рыбинспекция? Вот. Фото-видео злоумышленников. Отвернулись, не хотят сниматься на камеру. Сказали, мы не фотогеничны. Ну вот, вот такой заливчик. Вот такой заливчик. Выключайте. Сейчас. Заливчик надо снять. Тут удочки у нас. Анимация пошла. Сегодня погода хорошая, дождик подкапывает. Так, это со своей анимацией. Сейчас мы рыбу. Где рыба? О, рыба клюет, блин. Отсекай. Голову первую кору. Отсекай, блин. Так, где наши друзья? Уже где-то поплыли. Так я не пойму, что они. А, там вторая сетка, да? Ага. Видишь, внимание. Руки трясутся, блин. Надо это поправить здоровье. Так, ну, в общем, все понятно тут с этими товарищами. Бракоши, одно слово.